весело и с музыкой. Дожидались своего автобуса на привокзальной остановке сегодня многие сочинцы. А все потому, что Дед Мороз со Снегурочкой тоже решили воспользоваться общественным транспортом. Так как мешок с подарками главный зимний волшебник еще только собирает, свой проезд сказочные персонажи оплатили песнями. И уносят меня, и уносят меня в смящую снежную даль. Вот только уносил, а точнее увозил героев и пассажиров городской автобус, но недалеко до следующей остановки. И так с пересадками Дед Мороз и Снегурочка исколесили весь центр города и подняли настроение сотням сочинцев. Теперь настроение вообще шикарное. Дочка, вот такие глаза, да? Дедушка Мороз с нами едет. Теперь ей пела песенку с ней, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Первый раз такое вижу, попало как раз первый раз. И очень приятное впечатление. Здорово. Просто здорово, правда. Что пусть это каждый год повторяется. Очень приятно и нам, жителям, и гостям. Вообще, если честно, вообще в шоке. Такого не было, я первый раз такое вижу. Приехал в первый раз в Сочи, увидел вот такие классные мероприятия. И хочу, чтобы у нас тоже в Перми такое было. Я вообще такой по жизни позитивный, веселый человек. И вот когда такие люди мне встречаются, я их всегда поддерживаю. Мне это нравится. Давайте еще одну. Веселее живется и как-то спокойнее на душе. Прекрасные впечатления. Большое спасибо за поздравления. Да, поднимает настроение вообще супер. Классно. Ехали без настроения, но вы шикарно нам его подняли. Вообще супер. С наступающим. Всем здоровья и счастья в новом году. Деда Мороза и Снегурочку сочинцы увидят еще не раз. 31 декабря пройдет праздничный забег «Бегом в новый 2020 год» на дистанции 3, 5 и 10 километров. Главное условие – дресс-код, карнавальный костюм и регистрация на сайте sportclubsochi.ru. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.